свадьбы ни-ни, тот после свадьбы ой-ой-ой-ой-ой. Серега, что ты меня приволок в этот ресторан, так не понимаю. Славка, ну помнишь, я тебе рассказывал, я с одной девочкой полгода переписывался, и сегодня она согласилась на свидание здесь. Ну, сказала, что будет с подружкой, сказала взять симпатичного друга. А у меня симпатичнее тебя нет никого. Ну да, точно. Только мне опять, наверное, страшное достанется, да? Да когда было-то такое? Всегда так, ты себе красивых, а мне страшных спихиваешь всегда. Да моя сказала, что подружка будет не хуже, чем она. Ну, а твоя красивая? Да красивая. Ну, конечно. А есть фотка твоей? Ну, есть, конечно. Ну, вот, смотри. Вот, смотри. Ну, твоя красивая, да. Да подружка тоже будет классная, что-то. Ну, посмотрим, так, посмотрим, да. Посмотрим. Не переживай, все будет. Привет. Здрасте. Я Волга. Волга. А это Катя. Это Катя, да. А я Сергей Волга, да. Мы с вами вернемся. Да. А это Слава, мой друг. Сережа, на секундочку. Что такое? Ты видел, какая моя страшная? Говорю, такое чудище просто вообще какое-то. Ты чё, Серега? Ты дурак, что ли? Они близняшки. Они по коже, как две капли воды. Ты ну чё? Да, твоя-то Перье, а моя Шадринская. Скважина номер 6. Да ты хорош. Открытая добыча, Сережа, ну ты чё? Да, давай ты поменяемся, ты? Серый. Ну. Как мы поменяемся? Да мы с тобой не близнецы. Заметно там. Не, ну мы похожи с тобой, конечно, но... Я-то амфора, а ты канистра с незамерзайкой. Я не знаю. Здравствуйте, мужчины. Здрасте. Купите цветы для своих девушек. Ой, дайте мне все цветы, пожалуйста. Ну мне тогда корзинку дайте. Зачем тебе корзинка? На башку и надену, чтобы не видеть. Все, пошли. Девушки, вот вам цветы. Ой, спасибо. А скажите, а как часто вам дарят цветы? Ой, вообще не часто. Я не удивлен. Удивлен, что вообще дарят. Слава. Молодые люди, что желаете на аперитив? Ну, я бы грамм 50 коньячку. Мне 100. Хотя давайте 150. Лучше 300 дайте и все, чтобы... Так возьмите сразу бутылочку. Серега, даже официант заметил. Ты чё? А что будут пить такие красавицы? Я бы не обобщал. Я, пожалуй, буду 100 грамм мартини. Ой, мне тоже. Хотя, может, тоже бутылочку возьмем? Серый, на секундочку, можно? Моя еще и бухает. Нет, это, говорит, твоя, говорит, маленечко, говорит, бутылку давай. Какая-то страшная, пьет еще. Да ты что нагнетаешь? Все нормально, пошли, ты что? Ребята, ну куда вы постоянно уходите? Мы скучаем. Серый, на секундочку. Что такое? Она еще и зануда. Прикинь, страшная, бухает, зануда. 5 минут знакомы, как куда уходите? Что такое? Серый, ну правда, ну серьезно, ты, при всем уважении, Сергей. Ты что творишь-то? Ты что творишь? Чё? Ну сейчас моя уйдет, ты что? Правильно сделает, потому что я воспитанная девушка, а это моя просто, не знаю, насосина какая-то. Ей бы присосаться на мою коммунальную квартиру в Мытищах отжать. Ты мне надоел. Все, давай, иди. Нет настроения, все, иди домой. Девочки, Слава домой пошел. До свидания. Его жена стойте, потеряла. Стойте, а подружка? Какая подружка? А вот это кто? В смысле кто? Это сестра-близняшка. Мы всегда вместе ходим. А подружка у стоматолога задержалась. Она сейчас будет. Ну что, подождем. Все равно уже столько времени-то потеряно. Че? Извиняюсь, задержалась у стоматолога. Анестезия не отошла, целоваться не будем. Боюсь укусить. Ладно, гляди. Мальчики, давайте договоримся сразу, из-за меня не драться. Кто-то должен остаться и с Волгой. Привет, милая. Ну, который мой? Он тот. Понятно. Официант водки! 300! И каши манной принесите. Анестезия не отошла. Кости будем потом глодать. Сережа, на секундочку, можно? Не, ну, смотри, это ну, что ну, такое? Я не знал, ты ну тут попал, да. Попал конечно. В десяточку, Сергей! Такая женщина! Как ты ее сам-то проморгал, Сережа? Слушай, Славян, может, как ты и предлагал, может, поменяемся, а? Вот фигушки, Сергей, побудь хоть раз на моем месте, посиди за страшилищами. Добрый вечер, разрешите пригласить вас на карамболь? Пожалуйста, пройдемте в Мытищи. Давай.